Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Сибирь Первая. Итак, мы взяли моющее средство. Тут долго голову ломать не надо. Стандартно у всех, как отвлечь человека от своих мыслей. Да, тут бы и ребенок додумался. Ну, правда, сначала бы надо найти это средство. А уж дальше бы и ребенок додумался. Так. Все, пену мы сделали. Больше тут ничего не сделать. Теперь надо, чтобы это животное за стойкой. Так, это мы сделали. Смотри. Сэр. Не смотрит. Я к тебе обращаюсь. Будь добр повернуться. Сэр? Так, это снова вы. Послушайте, знаете, вы зашли уже слишком далеко. Слишком далеко. Предупреждаю, появитесь еще раз здесь, и я... Да что же это там, черт возьми, творится? Да там такого же еще не хватало, чтобы у меня и так полно работы, понимаете? Да что ж такое? А вот такое. Бывает такое, так что ничего страшного. Так, он ушел куда-то, видимо, вентиль перекрывать. Так, ну, мы от него избавились. Это что? Я думал, ты вентиль пошел перекрывать. А он убираться пошел, мыть. О, ну правильно, с одной стороны, пока пена есть, пусть помоет каменные плитки. А мы пока сюда, за стойку. Нам нужен журнал. Давай. Читаем. Так, блин, а кто нам надо-то? Блин. Подождите. Блокнот. Нет. Документы, так. Так, документы, подождите, мне надо посмотреть документы на кого. Так, Елена Романская. Елена Романская, вот. Все. Елена Романская, смотрим. Елена Романская, посетитель, пропуск. Номер. А почему пропуск? 10.01. Так. Так, Елена Романская, вот еще. Проживающая 12.70. Так. Еще есть? Да вроде нет. Все пока, да? Так, отели Эдинор, гостиница Кронская. Так, отель Эдитор, так. Эдитор, сеть отелей. Так, вам предстоит уникальная возможность. Так, отель идеально расположен для знакомства со столицей. Так, Амстердам, Вена, Голландия, Греция. Тут какой-то код написан, что ли, Париж. Позвонить по номеру можно. Ладно. О, кнопочка. Ага. Так. Телефон нет? Телефон нет. Так, сваливаем отсюда, пока он не пришел. Так, мне надо записать эти цифры, которые там были. Так, давай. Пока сюда. Где ты? Гостиница Кротская. Так, 4-6-4 4-6-4 3-3-6 4-3. Сейчас попробуем набрать телефона. 4
6, 4, 3, 3, 6, 4, 3. Так, видимо, что-то неправильно, какой-то номер, может, это не отсюда. Может, это в номере надо где-то звонить. Хотя, с другой стороны. Ладно. Пойдем. Термы. Так, нам туда попасть? Нет, по воде мы не можем. Пойдем. Идем, идем. Блин, ты далеко так идешь. Закрыто. Дверь заперта. Так, вот мы на другой стороне. Так, подожди, а тут... Тут нет? Тут нет. Тут не войти. Так. О, справа, смотрите, он. В клетке кто-то есть. Так, берем бокалы. Зачем нам бокал? Ага. Зачем-то бокал мы взяли. Так. Вот. Больше здесь вроде как ничего нету. Так, ладно. Так, ну потом, может быть, дверь какая-то откроется. Ладно. Как понял, мы сюда за бокалом за каким-то приходили. Зачем он нам нужен? Я не знаю. Ладно. Заходим. Так. Это что? А, вот он кот. Блин, где он у меня? Ну-ка, минутку. Если это, конечно, он. Ну, потому что всего 4 цифры. 4, 6, 4, 3. 4, 6, 4, 3. А, подожди. 4, 6, 4, 3. Не похоже, что эта штука работает. А, так она еще и не работает. Ладно. Подожди, а тут нет? Ладно. Выйдем. Стул перевернут. Что, кто-то в спешке убегал, что ли? О, куда-то пошел. Вот робот какой-то стоит. На инвалидной коляске. Ну-ка. О, подожди, ну-ка. Что? Привет. Добрый день, мисс. Ты бармен в этом отеле? Меня зовут Джеймс, мисс. Джеймс, автоматический слуга. Я не бармен и не имею отношения к отелю. Извини, я не хотела тебя обидеть. Если вы не возражаете, мисс, я хотел бы попросить вас в дальнейшем использовать термины более аккуратно. Я ищу мадам Романскую. Ты не знаешь, где ее найти? С 15:30 до 16:30 мадам Романская совершает свой ежедневный моцион по набережной. Чай подается ей в номер к 17:00 ровно. Можно ее повидать? Как вам будет угодно. Только не простудитесь на ветру. Так. Проводи меня, пожалуйста, к Елене Романской. Только не сейчас, мисс. Мадам все еще на пирсе, любуется прибоем. Так. Понятно. Мадам прекрасно знает, что в это время года я не отважусь поехать на пирс. Сочетание соленых брызг и песка губительно действует на мой механизм. Заржавеешь. Слышите, как воет ветер? Мы здесь называем его соляным ветром. Рано или поздно он нас всех сведет с ума. А я его даже ну слышу. Попробуй хоть раз. Нет, я останусь здесь и буду ждать, пока не понадоблюсь мадам. Она иногда так сказуема. У нее бывают такие резкие перепады настроения. Так, ладно. Аралабад, видите, здесь я что-то... ухожу. Буду рад снова увидеть.
Хорошо. Сейчас я подожди, может, здесь могу напакостить тебе. Эта консоль мне пока не нужна. А, пока не нужна? Ладно. Так, 4 цифры. 4 цифры. Что у нас может быть 4 цифры? А! Комната. Ага, здесь мы были. Подождите, значит, я должен был эти 4 цифры где-то взять. Вот комната у нас была, где там Елена-то сидела. Так. Заключение экспертной комиссии. Так. Блин, да как так-то, блин, да подожди ты. Блин. Так, подождите-ка. Блин, забыл, надо было... Так, ладно, сейчас подождите. Сейчас, минутку. Давай, давай, давай. Заходи. Блин, блинский. Что за комната-то у тебя была? Смотрим. Так, Елена, Елена. 12.70. Все. Быстрее давай. Все передвижения бегом. Вот так. Надо, главное, не забыть, что в это. Вот. Так, теперь надо. Набираем 12.70 и вперед. Потому что это единственные 4 цифры, которые я на ум приходят. Так, 12.70. Вот черт! Не работает. Как я и думала. Так. А почему не работает? Блин, даже не знаю, ну-ка. Так, еще раз 12. Вот черт, не работает. Как я и думала. Так. Дверь заперта. Дверь заперта. А, подождите, у меня же всякие эти отвертки есть. Ну-ка. Так. Может, с щипцами что-то перекусить надо? Нет. Где-то что-то я не улавливаю. Дверь заперта. Так. Почему ты не работаешь? Надо у этого робота спросить. Давай. Ты что там мучишься-то? Может, что-то не подобрал? Привет. Добр. Я Кейт. Меня зовут... Рад познакомиться, мисс. Нет, я ищу мадам Ром... Я с удовольствием предложу вам... Я не хочу навязываться. Может быть, твоя хозяйка не за... Мадам любит жаловаться просто так. Поверьте, она любит гостей. В таком случае, спасибо. Так, я ищу мадам... С 15... Может... Ну, как вы слышали... Ты когда-нибудь слышал? Это имя мне знакомо. Правда? Так ты знаешь... Не могу этого сказать, мисс. Мадам запретила мне говорить о нем и даже упоминать его имя. Почему? Ностальгия, грусть, предписание врачей. Называйте как хотите.
Этого разговора не было, хорошо? Не беспокойся, буду молчать, как рыба. Да, без проблем. Проводи. Только не... Так. Мадам... Ну, пап... Нет. Ты знаешь, где находится Комсомольск? Я оставила там поезд вместе с машинистом. Представляешь, он автомат, как и ты. Вы даже похожи. Во-первых, я не знаю, что такое Комсомольск. Во-вторых, я никогда не ездил на поезде. В-третьих, существование автомата, столь же сложного и совершенного, как я, представляется мне маловероятным. Мадам всегда говорила, что я уникален. Знаете ли, редкий подарок от ее бывшего почитателя. Но вы действительно похожи. Ты знаешь, я без него скучаю. Почему же здесь нет ни его, ни его поезда? Я не позволю мадам Романской пользоваться общественным транспортом. Это долгая история, но, надеюсь, я его скоро увижу. Подобная привязанность весьма трогательна, мисс. Так. Я ухожу. Буду рад. Короче, пароль ты мне никакой не дал. Куда идти? Что-то я где-то упускаю. Где еще может быть? Так, там бокалы. Вот. А смотрите-ка, эта дверь была закрыта, я в нее долбился. Кто-то здесь уже обитал. Так, это что такое? Не берется. Так, это что? Ну, поднимай давай. Что за письмо? Отель Кронский. Электронный ключ. Временный код 0968. А, вот 0968. Его можем ввести. Все, нет в шкафчиках ничего. Нет, в шкафчиках ничего нету. 0968. Блин, не забыть бы его. А, хотя что забыть-то, карточка же у меня. Так что ничего страшного, даже если забуду. Так. Блин, реально забыл. Подождите. 06 06 09 68. Пипец. 09 68. О, открылось. Заходим. Берем противогаз. Почему смог какой-то, что ли? Так. Почему туда идем? Морской воздух или что? Так он вроде полезен для легких. Почему? Так, туда мы не можем уйти, да? Здесь тоже. Ну, что, пойдемте. Стой. Это чего такое? Не похоже, что эта штука работает. А, что-то должно быть. Подождите. Так. Нет. Если эта штука вообще работает, в ней явно чего-то не хватает. Да, чего-то не хватает. Вот только чего? Если... Я это не могу выдернуть? Нет, ладно. Видимо, где-то что-то потом возьму. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Такой большой пансионат прямо-таки. Старушачий. Так. А, туда я не могу пройти. Ладно. Давай бегом. Я думал, на корабль можно сходить. На корабле полазить, посмотреть, что там есть. А, вот она. Баб, подожди, вот здесь опять чего-то не хватает. Может, где-то отсюда что-то надо собрать. Если эта штука вообще... Все, понял. Вот ну-ка посмотрим, что здесь у нас. Ага. Корабль. Ну ладно, посмотрим.
Давай. Поговорим с тобой. Давай, наливай. Поговорим. Простите, вы мадам Романская? Елена Романская? Кто вы? Что вам угодно? Прошу прощения, что беспокою вас, мадам. Меня зовут Кейт Уолкер. Я здесь по поручению Фрэнка Малковича. Малкович? Старый пройдоха. Вы его родственница? Не совсем. Он хороший друг моей мамы. Он сказал, что вы живете здесь, в Аралабаде. Я юрист из Америки. Чему обязана вашим визитом? Вы проделали такой путь, у вас, наверное, важное дело ко мне. Да, вы правы. У меня к вам одно очень деликатное и очень срочное дело. Я только что из... Позже, моя дорогая, позже. У меня немного болит голова. Эти респираторы так сдавливают голову. Не могли бы вы сходить за моим лакеем? Ага. За лакеем? А, конечно. Подождите. А он сюда не пойдет, это факт. Надо, блин, чтобы она туда пошла. Или это вот, вот этот лакей. Так вы снова здесь, это самое? Как вас ноги сюда ваши принесли? Убирайтесь отсюда немедленно, чтобы глаза мочевы. Поэтому мои не видели вас. Иди отсюда. Простите, но мне просто необходимо. Госпожа Романская, да, мне очень жаль. Вот эта подлюка ухитрилась проникнуть к вам. Я не виноватый. Я был крайне бдительный, но, уверяю вас, госпожа Романская, этого больше не повторится. Да, мы сейчас же выставим ее отсюда. Надеюсь, она вас не слишком побеспокоила, не? Ну, о, Феликс, прекрати рычать на девочку. Она моя гостья. Так это ваша гостья? Но это невозможно. 3 часа назад эта нахалка даже не была с вами знакома. Хватит, Феликс. Еще немного, и я рассержусь. Дай ему по шее. Да, госпожа Романская, я вас умоляю. Эта манячка уже была здесь и пыталась разрушить фонтан. Если бы не... Я сказала, хватит. Будь любезен обращаться с мисс Уолкер со всем подобающим уважением. Не трогай ее и прекрати кричать. Я ясно выразилась, господин Сметана. Сметана. Да. Совершенно ясно, госпожа Романская. Примите, пожалуйста, мои извинения. То-то же. Вот так-то, Феликс. Можешь идти. Все, он уходит. Ну-ка, мне сейчас интересно стало. Так, слугу притащить. Он не пойдет. А вот, ну-ка, что будет, если... Где этот колокольчик? Что произошло? Ничего не произошло? Ой. Да я не хотел ее. Я вот сюда хотел. Давай, беги, беги. Я знаю, где этот колокольчик, тоже повесить надо и позвонить в него. Так. Что произошло? Ни хрена не произошло, ладно. Идем к этой железяке. Блин, столько времени тратить, пока снимет всю эту маску. Мне не нужен лишний... Не нужен лишний груз. Тебя зовут? Джеймс, чего ты ждешь? Только не надо говорить, что ты и в этот раз звонка не слышал. Звонок был, но снаружи очень ветрено, не так ли? Да, немного. Ну и что... Мадам не понимает. Она утверждает, что автомат не нуждается в защите. Но мой механизм страдает от соли.
Я боюсь выходить наружу. А если я дам тебе свой респиратор, это поможет? Несомненно. Ну, так иди. И респиратор, и все есть. И вези ее, не знаю, сюда вези. Давай, так что такое? Привет, котенок. Ну как, ты встретилась с этой Романской? Что она из себя представляет? Она помнит Фрэнка. Да, привет, откуда? Мам. Я ее видела. Она и правда живет в Орлабаде. Поблагодари Фрэнка за меня, ладно? Я ему все передам, солнышко. А как тебе этот Орлабад? Может, нам с Фрэнком туда смотаться как-нибудь? Ой, не стоит. Это морской курорт, мам. Точнее, это когда-то был курорт. Он тебя разочарует. Может быть. Так когда же ты возвращаешься? Закончились, наконец, твои дела? Еще нет. Еще не совсем, мам. Я ищу наследника, чтобы оформить эту дурацкую сделку, и пока не нашла. А Романская мне по другому вопросу была нужна. Слушай, зайка, по-моему, ты чересчур увлекаешься. Почему бы тебе просто не вернуться и не сказать боссу, что никакого наследника нет, а ты сделала все, что смогла? Хочешь, я сама ему позвоню? Мам, ну, пожалуйста, тогда не вмешивайся. Не будет. Мне платят за то, чтобы я нашла Ганса Фуральберга. К тому же, это мне самой нужно. Нет, все-таки иногда ты такая же упрямица, как твой отец. Только не жалуйся потом, что мама тебя не предупреждала. Не буду, не беспокойся. Так, с ней мы поговорили. А, вот и старуху привезли. Быстро ты сгонял. Молодец. Давай, сейчас-то ты мне уж поговори. Для меня большая честь познакомиться с вами, мадам Романская. Мне так много рассказывали о вас. Так обо мне... Все еще говорят, боже мой. Конечно, все помнят, как вы блистали. Говорят, вы были величайшей певицей столетия. Не спорю, девочка моя. Но вы-то ведь приехали не для того, чтобы выворошить прошлое, верно? Нет, именно за это. Я сейчас веду одно расследование, и в связи с ним... Я встретилась с одним человеком. Его зовут Сергей Бородин. Это директор промышленного комплекса в Комсомольске. Да, я припоминаю фабрику в Комсомольске. Унылый город. Все там были какие-то... Мадам Романская, Бородин ваш горячий поклонник. Если бы вы согласились съездить туда и дать концерт на его фабрике, вы бы осчастливили его на всю жизнь. Концерт? Девочка моя, я не пою уже много лет. Время берет свое. Мой голос уже совсем не тот, что прежде. Вы преувеличиваете. Я уверена, что у вас до сих пор прекрасный голос. Вы очень милая девушка, дорогая моя. Да, я еще не старуха. Но я смотрю правде в глаза всякий раз, когда встаю перед зеркалом. Уверяю вас, моему пению давно пришел конец. Вот и надо сейчас до него довести это. Мадам Романская, поверьте, я никогда бы не решилась вас побеспокоить, если бы мне не нужна была ваша помощь. Я все понимаю, дорогая, но здоровье мое совсем не то, не говоря уже о голосе. Поверьте, мне досадно не меньше, чем вам. Так... Странно. У меня такое впечатление, что Ганс Фуральберг появлялся и здесь. Вы знаете Ганса Фуральберга? Конечно. Не совсем. Я ищу его в связи с наследством. Но мне пришлось немного покопаться в его прошлом. И теперь он для меня все равно, что близкий друг. А вы его знали? О, да. Я знала Ганса Фуральберга. Ты слышал, Джеймс? Ах, если бы ты хоть раз видел Ганса, моего Ганса, боже мой. Так что с ним? Где он? Из всех возможных вопросов, мадам, этот не является самым простым. Мне очень жаль, но я не знаю. Это как раз моя задача — отыскать его. И именно поэтому мне нужно как можно быстрее вернуть поезд и уехать из Комсомольска.
А без поезда вам его не найти? Нет. Поезд – это его последнее изобретение, как и Оскар-машинист. Мне почему-то кажется, что они приведут меня к нему. Джеймс, ты слышал? Я могу снова увидеть Ганса. Я так долго мечтала увидеть моего любимого. Ах, если бы я только снова смогла петь. Если бы я оказалась в Париже, я бы пошла к Жоржу и заказала его чудесный коктейль. Верно, Джеймс? Коктейль? Ух ты! Да, мадам, вы часто говорили о нем. Если бы не этот коктейль, ваше французское турне было бы сорвано. А у меня бокал не есть понимаю для коктейля. Это удивительная история, дорогая. Как-то раз я выступала в Париже в декабре. Было ужасно холодно, и я простудилась. И как раз в тот день, когда мне нужно было петь арию Татьяны, я потеряла голос. Не знаю, как Жорж узнал об этом. Он служил в баре в отеле «Мариц». Так вот, Жорж приготовил для меня коктейль по своему рецепту. Странная была смесь, но она вернула мне голос. Потрясающе! Как раз то, что нам нужно. Давайте приготовим его. Ах, деточка, это невозможно. Жорж не сказал мне рецепт. Это его фирменный секрет. Он сказал, что это делает его незаменимым. Значит, придется поговорить с Жоржем. Держу пари, передо мной он не устоит. Жорж. Ну, пожалуйста, я вас очень прошу. Съездите со мной в Комсомольск. Поезд? Да, я ехала на прекрасном локомотиве с механическим... Джеймс, ты слышишь? Автомат! У тебя появился родственник, как мило. А я-то думала, что я одна способна поладить с механическим лакеем. Ошибаешься. Позвольте мне выразить свое удивление, мадам. Тем не менее, тот факт, что я остаюсь у вас в услужении, сам по себе демонстрирует мою уникальность. Оскар не лакей. У него очень независимый характер, иногда даже слишком. Прямо как у тебя, Джеймс. Ну разве не забавно? Мадам, не удивит мой настоятельный совет не предпринимать подобного путешествия, которое, если я не ошибаюсь, может крайне утомить мадам. Джеймс, решение тут принимает один из нас, и это я. Мне очень любопытно посмотреть на ваш автомат, моя дорогая. Ему пришлось остаться в Комсомольске вместе с поездом. Директор отвинтил у него руки, чтобы приделать их к своему пианисту. Этот пианист должен аккомпанировать вам, когда вы будете петь. Как интересно. Еще один автомат, и он может играть. Играть для меня. Да. Господи, если бы только я не потеряла голос. Вы, наверное, прожили потрясающую жизнь, столько повидали. Больше, чем вы могли бы вообразить. И это не удивительно. А потом болезнь отняла у меня мой дар. Голос пропадал. Но вы выглядите совсем здоровым. Спасибо. Так, понятно, мне надо... Я все-таки дам вам немного отдать. Мне было приятно. Так. А какой рецепт-то? Непонятно. Так. Это чего? Лимон точно знаем есть. Бутылка для чего-то смешивания. Ну, все, видимо. Так. А, пропуск в отель. Гостиница Кронская. Блин. Вот это так. Вот это вот
номер телефона. Она была в Париже. Она там лечилась. Блин, да где у меня записан-то он был? Вот он. 4, 6. 4, 3, 3, 6. 43. Четыре, шесть, четыре, три, три, шесть, 43. Давай. Алло, отель Мариц? Администратор слушает, добрый день. Я бы хотела поговорить с мистером Жоржем, с барменом. Одну минутку, я переключу вас на бар. Так. Алло, бармен у телефона. Здравствуйте, я бы хотела поговорить с Жоржем. Жорж? Вы имеете в виду мсье Жоржа? Да, возможно. Он работал в Марице барменом в 50-е годы. Мне жаль вас разочаровывать, но мсье Жорж уже давно у нас не работает. А чем вызван ваш звонок? Мне говорили, что у мсье Жоржа есть уникальный рецепт какого-то потрясающего коктейля. Понимаете, мне позарез нужно его узнать. Это вопрос жизни и смерти. Мадам, я бы с удовольствием вам помог, но, понимаете, старина Жорж знал уйму коктейлей. Для бармена это вопрос чести. Когда он уходил, он записал все рецепты. Вы не знаете, как называется тот, что вам нужен? Как не знаю. Честно говоря, нет. А их там много, да? Да, Париж-Пекин, Зеленая тайна, Бока-Пока, Прекрасная Елена, Красный Мамба. Прекрасная Елена. Елена, мне нужен коктейль Прекрасная Елена. Минутку, я сейчас посмотрю. Прекрасная Елена. Так, одна мерка водки, одна мерка голубого кюрасао, одна мерка меда, немного лимонного сока и лед. Все смешайте и вперед. Отлично. Огромное спасибо, да. Сэр. Вы мне очень помогли. Да. Так, а я что взял? Лимон. Засахарившийся мед. Так, ты-то мне чем поможешь? Подождите. Мед поставил. Ой, мед. Лимон поставил. И что дальше? Ага, белое вино, красное вино, шампанское, мятный ликер, кюрасо, портвейн, текила, вермут. Так, виски, водка, ром. Так, листок с нотами записи. Так. Факс. Плохо. Так, дальше доделаю. Так, это не сюда, не сюда, не сюда, не сюда, не сюда. А это куда? Это не сюда. Это по идее. Ага, подожди, я тут. Так. Во-первых, у меня засахарившийся мед. Его надо как-то что-то с ним сделать. Сделать. Ох ты. Так, что-то я не то делаю. Так. Так. Куда можно поставить бокал? Ладно, выйдем.
Мне надо что-то сделать с медом. Мне надо сделать из него нормальный текучий мед. Так, здесь у нас что? Заходим. Так. Здесь стол, здесь. Мне надо сделать так, чтобы вот тек. Видите, смотрите, он. Даже видно здесь, что застыл. Засахарившийся мед застыл. Ага, нет. Стой. Ты оттуда пришел. Пришла. Ух ты, что за тела? Здравствуйте. Простите, что мешаю. Думаю, стоит пойти ферзем вот сюда. Если только... Извините, я вас побеспокоила? Нет, тогда получается шах в два хода. Ух, твари-то какие. А если атаковать слоном вот так? А я вроде здесь проходил, никого не было. Никому не помешал. Ладно. Понятно. Ну-ка. Да. Какое-то действие можно сделать. Так, водка нет. Может, перила перекусить? Нет. Отвертка. Сейчас жопа у них слипнется. Ух ты, смотрите, кран. Это чего? Не похоже, что эта штука работает. Хорошо, сейчас кран возьмем. Смотри. Давай. А вот как этот мед растапливается, чтобы он был жидким. Хотя я думал, можно еще и поди... И ложкой. Только ложкой он был вообще другой. Так бы не получилось без него коктейль делать. А мне надо коктейль. Да, чувствую, работы много будет. Так, что-то получилось. Подождите. Жидкий мед. Давай. Так, мимо этих уродов-то мне незачем идти. Я так думаю, что надо будет потом у них что-нибудь стянуть, подтянуть, тащить. Блин, вроде раньше пробегал, не было этих тварей. Давай, за стойку. Так. Мне надо мед куда-то толкать. Так, это не сюда. О, так, это сюда. А куда мне мед? Так, нет, это все кнопки. Кнопки. Где-то здесь еще что-то должно быть, что-то торчать. Раз мне нужен мед, я его сделаю. Так, что там? Водки, мед, сок лимонный. Хрень какая-то. О, вот сюда. Так. Итак, что у нас? Записан же был. Как он? Вот это что такое? Ну давай, подожди, а бокал? Куда мне бокал? Куда бокал? А бокал поди потом, в самую последнюю очередь. Хорошо. Давайте. Так, ладно. Потом. Подождите, где ты?
белое, красное вино, шампанское, ром, водка. Так, это надо пере... Где-то что-то налилось? Эй. Не понимаю. Эй. Что-то эффекта никакого-то не идет. Так. Добавить. Я хоть включил это вообще агрегат, нет? Лед. Не понимаю. Так. Где мне что-то мешать надо? Так. Ну-ка. Попробуем еще раз позвонить. Нет. Звоним по тому номеру, который у нас записан. 464. 464. 33. 6. 43. Здравствуйте, это снова я. Не могли бы вы продиктовать рецепт прекрасной Елены еще раз? Записать надо. Конечно. Мерка водки, мерка кюрасао, мерка меда, немного лимонного сока и лед. А потом перемешать. Поняла. Спасибо. Так. Мерка водки, так, мерка. Блин, как все. Может, что не взял? Нет, смотрите, как все взял. Так, так что не надо. Пока идет все хорошо. Как эта штука работает? Ну-ка. Мадам Романская, можно? Вы при... еще... Никаких «но», дорогая. И никаких «если». Если вы не сделаете коктейль, я с вами поехать не смогу. Чего вы ждете? Нет, Джеймс, ты слышал? Это невыносимо. Я полностью согласен с вами, мадам. Эта юная леди абсолютно некомпетентна. Вам следует вообще отказаться от этой безумной идеи. Нет, пожалуйста, не говорите так. Я обязательно принесу вам этот коктейль. Так действуйте. Покажите, на что вы способны. Покажите. Как лимон-то выдавить? Блин. Так. Так, надеюсь, правильно делаю. Водка. В какой стадии-то у меня водка-то? Водка. О, вот смотрите, музыка пошла. Не понимаю.
Блин. Так. Еще разок. Все расставлено. Нажали. Так. Блин, эту комбинацию расчерчивать. Где-то что-то готовится, слушайте. Молоко нам не надо, я на корову не жмем вообще. Ой. Так. Теперь сболтаем. Минутку, что за хрень? На паузу поставили, распределились. Боже, какая гадость! В каком болоте вы взяли эту водицу? Вы что, отравить меня хотите? Это прекрасная Елена. Глупости. У прекрасной Елены совсем другой цвет и запах. И вообще она выглядит совсем не так, ясно вам? Это что угодно, но не прекрасная Елена. Понятно. Я попробую приготовить другую смесь. Так, подожди. Ага, о, лимон. Так, лимон уже пошел. Так, подождите. Поставим так, сюда. Два. Так. 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 Ничего не работает. Почему? Не понимаю. Не понимаю. Так. Ставим. Сейчас. Так. Теперь лед добавим и сболтаем. Что, Ксюша, что? Что? Так, взболтаем. Оно само выезжает, ага. Не оно. Боже. Понятно. Подождите. Так. 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 Так, уже лучше. Вроде все по плану идет. Почему коктейль-то не получается? Такое чувство, что где-то какую-то кнопку жму не в той последовательности. Хотя, блин, и бумагу исписал. Так, ну. Пробуй. О, хоть выпила, ну наконец-то, давай. Мой голос. Очи черные. Господи, какой кошмар. Это ужасно. Я не верю своим ушам. Прекрасная Елена здесь бессильна. Голос старухи она изменить не может. Но у вас прекрасный голос. Не судите себя так строго. Вам просто нужно немного распеться. Вот и все. Вы ведь и не пели столько лет. Нет, нет.
Вы добрая девушка, я вам благодарна, но я не могу выйти на сцену с таким голосом. Это будет полный провал, меня засмеют. Что тебя засмеют? Вам просто нужно немного уверенности, правда, Джеймс? Должен признать, мадам, что ваш голос полностью восстановился. Конечно, нажралась и поет. Ты подлый лицемер, не поддакивай. Поддакивай, поддакивай. На. О. Смотрите-ка. Поставил. А за каким хреном я ее поставил? Что будет? Так, все, ее не взять. Так, давай-ка. Все вроде правильно сделать. Второй раз. Второй раз это делать не нужно. А что надо-то тогда? Мой гол. Значит, я в недобрый час. О как. Господи, да что же это? Мой голос и впрямь вернулся. Джеймс, ты слышал? У меня чуть глаза не лопнули. Мой голос вернулся. Ваш голос прекрасен, как прежде, мадам. Но не забудьте, вы уже не девочка. Время взяло свое. Не забудьте. Ты, между прочим, тоже уже не новенький, Джеймс. Надеюсь, ты найдешь чем заняться, пока меня не будет. Оставить вас, мадам, не может быть и речи. Не говори глупостей. Что тебе там делать? Твое место здесь. Будешь готовиться к моему приезду. Мадам, я не буду настаивать. Приключения не предусмотрены моей программой. Возможно, вы правы, мадам, как всегда. Вы только взгляните. Я правильно поняла, что вы поедете со мной в Комсомольск? Конечно, дорогая. Мы едем на гастроли отдать якоря. Ага, я иду к воздушному шару, приготовлю его к отлету. Джеймс, отведи меня в номер. Мне нужно подготовиться. Живее. Чего ты ждешь? Ну, меня хорошо. Ждут поклонники. Вы уверены, что вы в этом уверены, мадам? Заткнись, железяка, и делай, что велено. Ну, смотрите, как повезло, что я, блин, второй раз хоть записал. Расписал все это дело. Да. И вот то, что есть пауза, это мне очень помогает. Нажал на паузу. Сделал, посмотрел. Ну, посмотрите, вот рай для алкаша. Ладно. Раз она согласилась, сматываемся. Раз только выпишемся из гостиницы. Я не знаю, куда, конечно, его уволокли. Так, толстый со мной разговаривать не собирается. Кстати, что-то на Лару Крофт немножко похоже. Ну-ка. Толстый. Хочу извиниться. Сейчас я тебе скажу, что мы сваливаем. И мы сваливаем. Если, конечно, тебе это интересно. Давай. Я пришла извиниться за фонтан. Надеюсь, я причинила не слишком много ущерба. Но я не нашла другого способа встретиться с мадам Романской. Да, о нет, да господи, так в конце концов, кому нужен этот фонтан, да тьфу на его, если в нем все равно воды не было никогда. Так вы же уже приятельницы, да, с Романской. И как вам удалось с ней так быстро поладить, а? Ой, ой, подлиза, подхалим. Я просто попросила ее отправиться со мной и дать концерт на фабрике. Чтоб Романская что, снова запела? Она сцену оставила 150 лет назад. Мне не терпится, знаете, узнать, неужели она согласится с вами ехать, а? Уже согласилась. Посмотрим. Терпение и труд все перетрут. А уж чего-чего, терпение вам, мисс, не занимать. Так, задача. Я уезжаю, и мадам Романская едет со мной. Чтоб я сдох, вы ухитрились ее уговорить, а? Потрясающе! Невероятно, чтоб я сдох, ничего себе. Вы уверены, что эта поездка хорошая идея, да? У нее же вечно эти приступы, все такое, кашляет, сморкается, кашляет, сморкается. Не беспокойтесь, я о ней позабочусь как следует. Да и уезжает она ненадолго.
Надеюсь, вы увозите мою лучшую постоялицу. Мою единственную постоялицу. Мне будет сейчас так одиноко. Сиди, смотри телевизор с старой моделью. Одиноко тебе. Нет, не бойтесь. На худой конец всегда можно посмотреть телевизор. Да и Джеймс всегда рядом. Вот я угадал. Видите, опять на телевизор. Вы не могли бы помочь с расследованием? Когда-то, но не теперь. Все. Очень жаль, что в гостинице нет постояльцев. Ой, у нас были золотые времена, но это все в прошлом. Вот и все. Это вот вас не огорчает? А почему это должно меня огорчать? Когда-то я принимал здесь великих людей, а теперь у меня остались одни воспоминания. Ну вот с ними и оставайся. До свидания, мистер Феликс. Так вы что, вы не передумали, не? Я бы вам королевский люкс уступил с королевской скидкой. Одеялко дам. Да нет, ехать надо. Большое спасибо, но мне пора ехать. Королевский люкс. Щедро. Одинокий ты. Так, куда тут надо идти-то? Сматываемся. Так, надо на дирижабль. Поезда нет, но я все равно на поезд еще должен прикатить буду. Так что не расстраивайся. Так, потому что я видел заводной механизм у них есть, поэтому обязательно должен был на поезде прикатить должен был. Так, надеюсь, это по делу. Алло. Привет, это Оливия. Привет, как дела? Как вечеринка прошла? Ну как? Напились там все. Ну да, расскажи, что. Это что, все? В чем дело? Ты что, язык проглотила? Слушай, ты лучше о себе расскажи. Как движутся дела? Нашла свою романскую? Тебе не кажется, что путешествие подзатянулось? Знаешь, у меня не было времени, чтобы скучать. Хотя... Оливия, да что с тобой? Ты даже на вопросы не отвечаешь. Прямо сама не своя. Слушай, я тебе рассказывала, что купила эту синюю кофточку. Оливия, ты что-то не договариваешь. Говори прямо, не пугай меня. О, Кейт, прости меня, я такая свинья. Я больше ни спать, ни есть не могу, я умру сейчас. Оливия, что случилось? Это все Дэн. Что Дэн? С ним что-то стряслось? Я? Мы... Ты меня теперь никогда не простишь и будешь права. На твоем месте я бы тоже... Ой, да забирай его, тебе что тогда сказала? Что? Ну, после вечеринки Дэн отвез меня домой, мы были оба... Ну, не стоило столько пить. Он и зашел-то на минутку, хотел перехватить еще рюмочку и... О, Кейт, ты меня не простишь. Ясно, я поняла. Это все я виновата. Я тебе не говорила, но я давно схожу по нему с ума. А ты ведь моя подруга, вы помолвлены. А потом ты уехала, и мы так подружились, что я совсем потеряла голову. Кейт, я просто умереть готова. Вот и займись. Ладно, этим. Не бери в голову. Ты с Дэном... Это все сейчас так нереально и так неважно. Прости, Оливия, мне пора. Нужно обработать эту порцию данных. Кейт, ты что, автомат? Кейт! Я кладу трубку. Извини, мне нужно побыть одной. Вот тебе и подруга. О, старуха приперлась. Так... Сейчас дам ее с рук на руки, заведу, я уже завел поезд, заберу руки. Хотя, блин, там такой грустный тип, что как он мне руки отдаст, если он будет играть, она будет петь. Ну, надо будет забрать руки и сваливать с этого предприятия. Господи, что в молодости старая была, что сейчас старая. Убери ее стабильность. Очень страстная, очень жгучая, и
маничело там. Роботы пришли шоферы. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как и мухи вас, как боюсь я вас, значит, обиды вас, я в недобрый час. Завидели псы правообладание. Очи страстные, ну, что, песня не только из этого состоит, и прекраснее, как я пью я вас, как боюсь я вас, ночью видел вас, я в нее дрижу. Себе кулисы. Я же я напугался. Лицо-то перед экраном. Это решетка. Птичка в клетке. Ну пойдем. Посмотрим, что случилось. Кейт, помогите. Что тут происходит? Что нужно от меня этому безумцу? Спокойствие. Я что-нибудь придумаю и вытащу вас отсюда. Какие вам... Прошу вас, девочка моя, сейчас... поторопитесь, пока он не сделал чего-нибудь ужасного. Подожди. Мадам Романская, держитесь. Я вас не подведу. У меня кусачки есть, они вроде все кусать должны. Сейчас посмотрим. Если я прав, то мы замок откусим. А вот смотрите, как прав. Ох, моя дорогая, наконец-то! Так, ты давай, ну-ка, вали. Сейчас я просто вырву у нее эти руки. Быстрее не получилось. А теперь бегите, пока этот маньяк ничего не заметит. Мне еще надо вернуть руки Оскару. Так, а мне надо, чтобы еще меня и не заметили. Правильно? А, вот смотрите-ка. Так, раз я туда прошел, значит, действительно, мое дело здесь. Ага. А я знаю, я уже такое видел. Так, руки я забрал. Сваливаем. Давай, где там? Куда можно идти? Сюда можно идти? Сюда можно идти. Так. С вами все в порядке, мадам? Моему бедному сердцу пришлось изрядно потрудиться, но, думаю, оно выдержит. Тогда давайте двигаться дальше. Давай, старая, шевелись. Ой, это я куда полез? Это лифт? Это лифт. Поехали. Опа, вот еще одна тюрьма. Боже, это еще что за фокусы? Неплохо, мисс Уолкер, неплохо. Но вам все равно меня не одолеть. Поэтому хватит играть в кошки-мышки, отдайте мне руки и верните госпожу Романскую, иначе я не отвечаю за последствия. Дебил. Ох, напугали, меломан-убийца. Не ломан-убийца, я тут. Елена, хватайте руки и скорее в поезд. Скажите Оскару, пусть приготовится ехать. Я выберусь из этой гнусной фабрики. Я в Люциуса играл. Сжигал людей. Никто отсюда не выберется! Я как никто-то. Это мы еще посмотрим. Ну что ж, Кейт Волк, я предупреждал. Осторожно, милая. Вы тоже, и не волнуйтесь. Так. Давай, уходим. Так, где-то тут... Смотаться можно где-то тут. Только подожди. Это я куда попал? Так, это я к нему туда полезу. Но мне-то надо вниз.
А где низ? Так, ну-ка давай назад. Куда-то я не туда забрел. Ага, там нету. Значит, пойдем-ка в другую сторону. Так, сюда я зайти не могу. Сюда могу зайти. А, это вот лифт как раз. Все, здесь я знаю уже, куда мне идти. Подожди, эту палку не взять? Нет. В случае чего, чтобы отмахаться-то можно было. Так, что-то где-то упало. Даже не хочу смотреть. Потому что меня это не должно касаться. А иначе бы игра была закончена. Так. Давай. Come on, Thomas, baby. Лифт приехал. Так, мне надо... Это что там лежит? Бомба. Так, и что у нас здесь есть? Ну-ка, пойдем посмотрим, что осталось. Я где был-то? Блин. Ни хрена не понимаю. Все, что-то все разбито. Что-то можно взять? Какой-нибудь осколок? Сетку, не знаю, рабицу, проволоку. Так. Что-то все не то так. Куда мне бежать? Это с двух сторон меня, подожди. А, подождите. Точно, я же в эту трубу еще заглядывал, когда бежал. Блин, хорошо, что увидел. Только там пауки, поди, жуки. Ага, а нет, смотрите-ка, вылез. Так. Жмем рычаг. Смотрим, что он даст. Второй раз это делать не нужно. Не нужно. Так. Это что у нас такое? Давайте смотрим. У меня еще бомба есть. Я даже не знаю, куда ее заложить. Подождите, туда ее отправить, может? Нет, не туда. Так. Ну, есть бомба. Бомбу куда-то надо задействовать. Ну, не знаю. Честно скажу, даже не знаю, что взорвать можно. Давайте. Вроде я бы так бы вниз бы туда отправил бы. Пусть бы она там взорвалась. Так, что ты мне скажешь? Отдала руки-то. Что случилось? Почему поезд стоит на месте? Самое время дожидаться, пока нас снова схватит этот ненормальный. У нас тут небольшая проблема. Не волнуйтесь, сейчас я все улажу. А, все-таки еще не все, понятно. Так, ты мне не нужна, где... Оскар. Оскар же, правильно я называю его? Так... Чемодан мне надо? Мне не нужен. Чемодан мне не нужен. Он мне потом поди пригодится где-нибудь. Так, ролики мне тоже не нужны смотреть. Так, здесь его нету, значит остается там, где... Где мы его там видели? А он чуть подальше. Влево надо брать. Давай, вот сейчас мы его должны увидеть. Вот он. Оскар, вот и я. Поехали отсюда скорее. Рад вас снова видеть, Кей Уолкер. И я рад. Будьте любезны пройти в вагон, где находится мисс Елена. Совершенно очаровательная дама. Она помогла мне привинтить руки на место. Но должен вас предупредить, что дополнительные пассажиры у нас не предусмотрены.
Надеюсь, вы не потеряли билет до Аралабада. Оскар! Вас понял, Кейт Уолкер. Поезд отправляется немедленно. Ну все, пойдем. Поехали. Только нахрена мне бомба? Я как понимаю, я с одной локации на другую ничего не тащу. Ага. Ой. Он ко мне едет. Я как понял, он сейчас нас схватит. Так, ну и что у нас? Алло? Кейт, привет, это Дэн. Теперь все в порядке, спасибо. Кейт. А, не важно. Да. Ясно. Так все в порядке? Да, да. Не скучаешь? Да, конечно, скучаю. Я говорила с Оливией, она немного рад. Тебе нечего мне сказать? Смотрите, падла скрывается. Не знаю, что на меня нашло. Прости, Кейт, все произошло так быстро. Я просто не мог с собой совладать, понимаешь? Не знаю. Сможешь ли ты меня простить? Я вел так себя и не как сознался, так и не сознался, козлина. Не знаю, Дэн. Может быть, я сама во всем виновата. Может, это я тебя оттолкнула к Оливии в постель. Я понимаю, эта поездка нас разлучила. Да и я уже не совсем та Кейт, которую ты знал. Знаешь, самое смешное, что я ни о чем не жалею. Вот что и правильно. Что с нами сталось, Кейт? Может быть, мы просто поняли, что не любим друг друга? Мы могли бы поговорить, когда ты приедешь. Если ты только хочешь. Да нахрен тебе не нужен. Не знаю, Дэн. Поживем, увидим. Сдохни. Так. Нам не получится уехать, потому что это падла. Единственное, что приходит на ум, это же... Это подорвать его, наверное. Вот для этого бомба, скорее всего, и нужна. Ну-ка. Оскар, почему мы встали? Между ногами статуи опустилась массивная решетка. Пути перегорожены. Не может быть. Этот псих что же никогда от нас не отвяжется? Пойду посмотрю, что делать. Так. Ну давай, давай, беги. Блин, так непривычно в эту сторону бежать. Когда экран развернут в другую сторону. Так. А если он обрушится на рельсы? Оскар, сваливаем отсюда живо! Так, это не я, это все она сама. А, кстати, это он нам механизм-то заводил. То есть обратно уже... Кстати, мы ехали вперед, он упал на наш путь. Ну, видимо, мы успели, видите, правда, пошутка не успели. Хотя здесь есть... Я решил какой-то закрытый город. Какой-то... А, это вот, где я на дирижабле был. Вернули бабку. Ну все. Здесь-то уж... Что с улицы-то? Ну, где ты? Сейчас-то мы заведем. Тут-то уж легче просто. Так, где ты? Вот сюда, нет? Сюда. Пойдем. Вон он, механизм. Здесь-то все легче просто. Легче просто. Кстати, тут зима выпала. О, зима выпала. Зима настала. Я не помню, если была здесь зима или нет. Так, бабку укатили. Ну-ка, давай-ка сначала заведем. Опа, открыли. Закрыли.
Подожди, этот механизм надо убрать до конца. Вот так. Давай. Ты в порядке, Оскар, цел? Чувство юмора не заложено в мою программу, Кейт Уолкер. Вам бы следовало об этом догадаться. Я вроде и не шутил. Оскар, хватит, перестань дуться. Мы вышли из этой переделки целыми и невредимыми, и даже, можно сказать, с блеском вышли из положения. Вы правы. Сказать так можно. Эй, а что это ты делаешь на платформе? Не похоже на тебя. Я собирался слегка проветриться и очистить свои суставы от накопившейся пыли и паутины. Но этот ветер с моря просто ужасен. Думаю, лучше вернуться в наш теплый и уютный поезд. Давай, тот слуга тоже там обитает. Ну да, и оставаться там пожизненно. В тепле. Пойдем. До встречи. Я буду ждать вас. В смысле буду ждать вас? А куда мне? Мне куда-то надо еще, что ли? Пошли давай. Ну надо. Ну давай, если надо. Зайдем, посмотрим, что мне надо. Мне вроде здесь мне ничего не надо уже. Так. Ну, рассказывай. Заждался. Что ты мне хочешь сказать? Мистер Феликс. Давай. Я собираюсь снова отправиться в путь. Секундочку, а можно спросить, куда вы направляетесь? Кто знает. Ну что ж. Так, ну ты я... мне не... Ты мне не нужен, все. Все, сваливаем тогда. Ну пойдем. Вроде я здесь все сделал, но я не мог сюда прийти, чтобы здесь никаких заданий больше не было. Ну-ка, может, Оскар знает что-нибудь. Не мог я бы так просто уйти отсюда. Блин, он все еще стоит. Давай, задача, поехали. Где задача? Привет. Оскар, по-моему, все готово. Можем... Вы удобно уселись? В таком случае мы можем запустить механизм и отправляться в путь. Вскоре я прокомпостирую ваш билет. Оскар, ты можешь дать мне хоть немного отдохнуть? Мисс Уолкер, подождите. Не уезжайте, мисс Уолкер. Что тебе еще? Мистер Феликс, что случилось? Что-то с мадам Романской? Не-не-не-не-не-не. Наша звезда цветет, благоухает, пахнет, как роза. Для вас пришла посылка на наш адрес. Я и говорю себе, Феликс, поймай ее, пока она не уехала. Посылка? Для меня? Это невозможно. Не-не-не-не-не. Это запчасти, что ли? Для мисс Уолкер. Вот, черным по белому, все. Что же вы мне раньше не сказали? Так она только что пришла. Так я только что у тебя был. А кто ее доставил? А кто? А я не знаю. Я отлучился на несколько минут. Понимаете, шел решающий матч. Прихожу, она на стойке лежит. Вы уже заберите ее, хорошо, а? Ну-ка, ладно? Пойдем посмотрим, что мне там прислали. Аж самому интересно стало. Так, где курсор? Я сейчас вперед не ух. Прям хочу добежать. Так, а ты иди в поезд пока жди. Что-то муть какая-то происходит. Не понимаю. Так, где курсор? Блин, ты такой... Глаза у тебя такие, как будто ты в очках. Страшные. Так. Снега, Альпы какие-то. Что-то мне... Так. Посылка. О. Давай. Мамонт. Так, ну, кто там еще? Кстати, надо перед бабулькой извиниться. Кейт,
где вас черти носят? Мистер Марсон, ну, пожалуйста, пойми. Что я должен понять? Я и так все понимаю. Во-первых, наш клиент готов разорвать соглашение, если все не будет улажено в ближайшие 24 часа. Во-вторых, это влетит нам в копеечку. В-третьих, я сильно ошибся, когда доверил вам это дело. Вот что я понимаю. Ну, иди нахрен. Да, я знаю, что это все так и выглядит, но... Никаких «но», мисс Уолкер. Вы уже столько времени не можете найти какого-то несчастного старикашку. Знаете, он вовсе не старикашка, он великий изобретатель. Хватит болтовни. Мне не нужны ваши оправдания. Мне нужны... Я все поняла, мистер Марсон. Я постараюсь вас не подвести. Вот именно. Так, а кто мог? Кораблем могли доставить, кстати. Че? Там же пирс был. Блин, ну пирс. Ну, алло, да, пирс. Добрый день, отель Кронский. Феликс Сметана у телефона. Да-да, мадам. Да. Она сейчас здесь, передо мной, мадам Припи, как живая. Да, сию минуту. Шо вы? Шо вы не стоит, мадам? Шо... Че, мадам? Че она звонит? Говори. Что мисс Уолкер, мадам Романская ждет вас в баре и просит поторопиться. А, спасибо, хорошо. Иду. Хорошо, я так хотел мимо проходить, извиниться за то, что там, блин, так подставил ее. Вот видите, все как удачно складывается. Это, конечно, не совсем логично, но удачно. Блин. Что за коктейль, блин? Давай. Мадам Романская, вы хотели меня видеть? Рассказывай. Посылку ты отправила? Наконец-то, дорогая моя, я хотела с вами поговорить, прежде чем вы уедете. Понимаете, я бы не хотела, чтобы у вас сложилось превратное впечатление. Несмотря на неудачу в Комсомольске, я вам искренне благодарна. Вы помогли мне на время забыть об этом мерзком курорте и о пляже, где я валяюсь весь день, изнывая от скуки. Я рада, что вы не сердитесь. Время летит так быстро. Сначала ты на вершине славы, и тебе кажется, что это навсегда. А потом все рушится, и тебя забывают. Мадам, не стоит быть такой пессимисткой. Это вам не к лицу. И если рядом нет никого, кто мог бы помочь, для тебя наступает долгая и холодная зима. Может, вам просто стоит отдохнуть? Нам пришлось нелегко, столько всего. Вы, наверное, просто устали? Когда я вернулась, Ганс научил меня радоваться жизни. Он ведь тоже болел. Вы бы слышали, как он кашлял. Он ведь провел столько времени на фабриках, надышался там дымом. Потом ему стало лучше, и он уехал. А я осталась здесь, вместе со своими воспоминаниями. Ганс Фуральсберг? Ганс был такой жизнерадостный, такой беззаботный. Конечно, он был слегка не в себе, как говорится. Это был ребенок. Ребенок, который делает прекрасные игрушки. Наверное, я влюбилась в него. А теперь он бог знает где. Слышали? Прибыл самолет с продуктами для гостиницы. Может быть, вы сходите посмотреть? Самолет? Зачем? Я стара. Я устала. Мне было приятно увидеть вас, Кейт Уолкер. Но... До свидания, Джеймс. Присматривай за мадам Романской. Для этого я и предназначен, мисс. Да сопутствует вам удача. Снег — это добрый знак. Правда? Когда идет снег, ветер утихает. К тому же снег скрывает соль и песок. Воздух становится чище. Идеальные условия для прогулки. Отлично. Спасибо, Джеймс. Для прогулки. Хорошо, пойду прогуляюсь. Я как понимаю, вы тоже туда. Самолет с продуктами. Где он мог приземлиться? Воды только если... Так я на корабль рассчитываю. Хотя нахрен мне корабль-то не нужен.
У меня поезд есть. Второй раз это дело... А, в смысле, мне одевать не надо, да? А меня выпустят так? О, старый хрен, здравствуй. Ты кто такой? Добрый день, сэр. Мистер Форальберг? Ганс Форальберг. А, вы привели сюда поезд. Это хорошо. Это он, что ли? Мистер Форальберг, вы себе не представляете, как я рада вас видеть. Меня зовут Кейт. Где Анна? Ваша сестра скончалась, мистер Форальберг. Мне жаль, очень жаль. Ни хрена себе. А, понятно. Давай документы подписывай. Иначе это она бы приехала, так? Она, а не вы. Полагаю, вы правы, мистер Форальберг. Меня зовут Кейт Уолкер. Я... Кейт Уолкер, понятно. Я уезжаю на поезде. Уезжаю далеко. А куда вы едете? Туда. Искать Сибирию. Ой, я с тобой. Сибирия. Мистер Форальберг, мне поручили оформить продажу вашей фабрики во Володелине. Вот вторую-то я. Понимаете, лучше это помню, моя работа. Чем первую. Анна говорила, автоматы. Их больше не будет, так? Мистер Форальберг, фабрика принадлежит вам. И для оформления сделки мне нужна ваша подпись. Подписывай. Понятно. Чтобы игра тогда не я уезжаю на поезде. Вот договор о продаже. Вы можете его посмотреть. Ваша сестра была согласна со всеми условиями. Нам нужна только ваша подпись. Как? Вы подписываете, не читая? Я не умею читать. Не знаю, как это делается, Кейт Уолкер. Ну, если так, тогда давайте я вам его прочитаю. Нет, все в порядке, не надо. Мне нужно уехать на поезде, Кейт Уолкер. Как пожелаете, мистер Форальберг. Желаю вам счастливого пути. Подожди, но я-то точно должен с ним ехать, потому что во второй части я на поезде точно еду. С Алло. Ним же. Слушайте, Кейт, я высылаю вам подкрепление. Не нужно, мистер Марсон. Что значит не нужно? Ганс Форальберг только что подписал бумагу. Все в порядке. Вы что, хотите сказать? Ну да, исключительные права на производство и технологии Форальбергов теперь принадлежат игрушкам по всему свету. Да это же прекрасно, Кейт! Отлично, вы просто молодец! Я знал, что на вас можно положиться! Поздравляю! Знал, а как же, сам я чуть Спасибо, не уволил. Спасибо, сэр. А теперь немедленно возвращайтесь. Я хочу, чтобы завтра же этот договор лежал на моем столе. Секретарша сейчас будет договариваться о встрече с игрушками. Вам же наверняка захочется вручить им контракт самой. Да, пока не забыл. На дело со Сванским аэропортом пока никто не назначен. Это будет громкий процесс. Великолепная возможность сделать карьеру. Если хотите, оно ваше. Считайте это моим способом сказать спасибо, Кейт Уолкер. Спасибо, вы так добры. Кейт, вы можете стать отличным юристом. Ну, до завтра. Еще раз поздравляю. И не потеряйте бумаги по дороге, хорошо? Вот это был бы номер. Ну ты ржешь. Да уж. Сейчас на месте здесь. На месте разору сейчас эти бумаги из-за тебя, дебила. Кейт Уолкер. Да, мистер Форальберг. Вы поедете со мной на поезде, Кейт Уолкер? Нет, нет, спасибо, мистер Форальберг, но для меня это приключение закончено. Плохо. Глупо. Вы не любите приключений, да? Абсолютно. Ну, не совсем. Я хочу сказать, может быть, на этот вопрос не так-то просто ответить. Да. Мне нужно возвращаться в Нью-Йорк. Меня там ждут, понимаете? Понимаю. Самолет. Вот. Он тоже полетит в Нью-Йорк. Правда? Может быть. Я лучше попробую это уточнить. Так будет разумнее. Наверное. До встречи, Кейт Уолкер. Да. Ну, пока. До встречи, мистер Форальберг. Пустите меня к самолету. Блин, такой маленький Харлик. Вроде он... Нет, какой-то тип должен быть с очками. Насколько я помню. Да-да. Нет, во второй части, да, какой-то тип с очками должен быть.
тело. Что неудивительно. Я же говорил, я в поезде должен быть во второй части. Это я хорошо понял. Опасный вариант. Теперь размазал. Подожди, документы я так и не отправил. С документами не ехал. Правило документов самолет закинул. Так. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео.